готовы? Да! Вместе! Один, два, поехали! И они поехали, поплыли и даже полетели. Детские коляски в этот день и не коляски вовсе, а волшебные средства передвижения. Это вот летающая тарелка, естественно, с инопланетянином. А вот это средневековый замок на колесах с полной королевской семьей. Над проектом долго не думали. Здесь любят сказки. Это увлечение сказками, фэнтези, исторической реконструкцией, увлечение роком, как вы знаете, где там... Такие мотивы средневековья, мотивы такие эпические. Фантазии мастеров бьют ключом. Русские народные мотивы, Дикий Запад и, естественно, пираты. Это шхуна морских бродяг с порванными в боях парусами. Дело женских рук. У меня жена рукодельница на самом деле. То есть я как бы на работе, а жена занимается вот творчеством. Вместе с сыном делали. Да, с сынулькой помогала. Помогал, да. Так что вот они вдвоем все намастерили. Мое только дело организовать им. Сказочные персонажи показывают себя во всей красе. Нужно произвести впечатление на жюри. А потому даже первобытные люди здесь жутко обаятельны. Она у нас добрая, общительная девочка. Выбирать победителя не стали. Наградили абсолютно всех участников. За артистизм, творческий подход, да и просто за красоту. Без подарков из ТРЦ «Север» не ушел никто. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.